Приветствую всех на своем канале. Одесса, 6 июня. У нас в Одессе с утра периодически слышно взрывы и выстрелы. Люди уже начали паниковать, друг у друга спрашивать, что происходит. В соцсетях пишут, что за взрывы, что за выстрелы. И буквально 5 минут назад появилась информация о том, что нет повода для беспокойства. Касательно взрывов и выстрелов, которые слышно с утра, это работу наших военнослужащих. Вот. В целом в Одессе все спокойно, воздушных тревог по-прежнему не было, никаких прилетов не было. Вот. Обстановка более-менее стабильная. Я на связи, друзья, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. До встречи, всем пока!